Настоящий спортивный праздник для любителей гребли на байдарках и каноэ проходит в эти дни в Брестском областном центре Олимпийского резерва. Чемпионат Республики Беларусь начался с торжественной церемонии открытия. Олимпийский чемпион Сергей Макаренко был на мероприятии одним из главных действующих лиц. Легендарный гребец, гордость советского и белорусского спорта, на личном примере доказал, что недостижимых целей нет. Тем более в нашей республике есть все условия для развития спортсменов-байдарочников и каноистов. Нам построили канал, притом такой современный, что уже, конечно, нашим тренерам, здесь спортсменам и жителям города Бреста стыдно не продолжать те традиции. А традиции были в скромных спортивных базах. Деревянные такие маленькие. Были такие маленькие грибные базы здесь по реке Мухорец. Ну а сейчас мы располагаем вот таким огромным, лучшим в мире территорией, которая отвечает всем самым современным требованиям. Представители шести областей республики и города Минска посоревнуются в заездах на дистанции в 5000, 1000, 500 и 200 метров. Сегодня состоялись предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции в 1000 метров. Сильнейшие гребцы страны и начинающие свою дорогу в большом спорте байдарочники и каноисты посоперничают за лидирующие позиции на пьедестале, места в национальной сборной и отборе на чемпионат мира, который пройдет в немецком городе Дуйсбурге в конце августа. Здесь на всех дистанциях и олимпийских, и неолимпийских видах программы будет, скажем, в конце соревнований, по окончании определен состав, который будет проходить подготовку в дальнейшем к чемпионату мира. Ну и, безусловно, да, отбор в списочный состав национальной сборной команды Республики Беларусь. Поклонники гребли на байдарках и каноэ или просто те, кто хочет поддержать представителей нашей области, еще имеют такую возможность. 6 и 7 июля пройдут предварительные полуфинальные и финальные заезды на дистанциях в 500, 200 и 5000 метров.